Очень интересно. Да. Ты прям... да. Угу. Что ты пришла посмотреть? Это где тебе все, кто разрешал кушать сиденье? Еще. Тихо. А, подозревак идет. Ну что? Ну ты такая уши кусок поел. Ну, на всякий случай, зато я подозревала, чтобы проверить. Уши поджала. Тоже счастливая такая, с таким великолепным самцом. А он все на вас оглядывается. Mm. Одобряешь, не одобряешь. Да красиво, красиво. Пожалуйста, вожак стареет. Новый он. Его сын вполне может взять лидерство весной следующего года, если захочет, так сказать, бороться. Но я вижу, что он по мощи своей может претендовать. Уже, видите, отобрал из прайда вожака самку. Ходит вокруг так. Безнаказанно. Так что лидеры есть. Их достаточно. А этот какой красавец, ровный, да, у него не такая грива, но самое главное характер, он более такой, видите. Явно, что не этот будет лидером, это просто уже старый маразматик. Возмущается всем, чего-то там вот это вот вечно ходит, ворчит на всех. Вот. А тот, смотрите, как тот кусок пытается отнять у... подползает, смотри, потихонечку подползает. Так ему хочется отнять кусочек, он и так, и так. Тут за львами наблюдать можно ж круглосуточно. Ой, он и так, и так надеется. Ну оставь, оставь мне кусочек. Сейчас вожак насытится, у него там кусочек останется. Интересно, кто вожака посмеет забрать. Очень хочется всем, но боятся. Вожаку достался самый большой кусок мяса. Да, вожак тут. Смотри, что он там есть.